Привет, друзья! Я Марина, и я снова с вами. Хочу сегодня вам напомнить о моей трансформации и о том, что я готовлюсь к конкурсу, который будет проходить 4 апреля 2015 года. У меня все идет по плану, я тренируюсь, соблюдаю свою диету, но, к сожалению, на прошлой неделе случилось что-то не очень приятное. Во время того, как я тренировалась и выполняла упражнения на плечи, я повредила себе левое плечо. И поэтому я пропустила пару дней и сбросила веса, стала как бы менее интенсивно заниматься. Но несмотря на это, у меня отличный настрой, я все равно знаю, что я успею к этой дате, к 4 апрелю. Я продолжаю заниматься, продолжаю свое питание. Но почему-то вес пока также стоит, 54 килограмма на данный момент, но я продолжаю бороться, продолжаю свою диету и надеюсь, что скорым временем вес упадет немножко и улучшится результаты.